Всем привет, дорогие друзья и подружки, с вами Винсман, и сегодня я вам покажу Need for Speed Most Wanted 2005 года на телефоне. Именно тот оригинальный, который засел у нас в сердцах. Тот, который имеет сюжет и черный список, а не этот кусок дерьма. Ну а перед началом не забудь поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить еще много крутых портов с ПК на телефоны, которые в скором времени также будут. Вот, например, мы играли в Black Ops 1 на мобиле, подсказка будет в углу. Ну ладно, погнали уже к НФС. Так, собственно, что у нас имеется в этой версии? Есть у нас карьера, челленджи какие-то, потом quick race, это где можно... Так, а ну, что тут можно? А, тут можно случайную гонку выбрать, также можно кастомизированную свою сделать. И двойной экран. А, это типа с другом играть? Типа разделенный экран, ух ты, прикольно. Ну, мне не с кем играть, так, ладно, my cars. У меня машин-то тут нет, да? Кстати, как установить Need for Speed этот, я расскажу вам в будущем. Ну, через несколько дней примерно. Также я расскажу, как Black Ops 1 установить, но это все со временем. Перед тем, как рассказать, как это установить, вам надо показать, как настроить данный эмулятор, чтобы он не лагал. Вот, так что сперва выйдет видео, как настроить эмулятор, а потом уже, как установить эти игры. Так что ждите, все только будет впереди. Да, тут настройка реально вот под Need for Speed, много чего настраивать надо. И экран размер, и там скорость, и кнопки тут, ну кнопки я более-менее настроил. Так, в карьеру мы не пойдем, потому что, ну, это долго. Ну, не знаю, если хотите, я попрохожу первое время эту игру, не знаю. Вот, так что пишите в комментариях, кстати, не забывайте прожимать лайки, потому что чем больше лайков, тем больше крутых портов у нас будет. Quick Race, давайте случайную гонку выберем, я покажу, как вообще это все дело обстоит. Так, у нас, значит, Fiat Punto. Скорость у него хреновая, Acceleration норм, Handling, управление, ну, нормас. Так, сойдет, в принципе. Так, надеюсь, норм будет. FPS тут примерно 25 где-то, так, 20-30 бывает. Ну, хз. О, тут уже 18 даже. А ну, эй. Так, значит, у нас газ на кнопке R. Нетруха у нас на кнопке B. А повороты у нас, значит, вот этим... Вот это, видите, где я нажимаю? Вот. Где джойстик вот этот, только сверху. Опа, вот это что это наделал я? Вот это что это я тут наделал? Ладно, ой, я первый. Ничего себе, ладно, давайте сохранять позицию нашу. Конечно, управлять не сильно и легко, но, в принципе... Приловчиться можно. Еще как приловчиться. Я тут уже сгонял некоторые каточки, даже выиграл. Представляете? Уже. О, видите, как в поворот вошел. Прям вообще по красоте. А, сосать, пацаны, я первый, смотрите. Би. Блин, у меня всегда... Ой, Л. Так, давай. Бляха-муха. А чё? А, понял. Ну ладно, сейчас мы, надеюсь, оторвемся. О, тут кто-то перевернулся, нифига себе. А, тут какие-то вообще новички. Боты вообще изичные какие-то. Едут, блин, со скоростью улитки. Так, кстати, я понерфил звук. Знаете как? В чем проблема была? То есть, в играх используется стереозвук. В телефоне, у моего только монозвук. Потому что у меня один динамик. Если бы у меня было два динамика, то бы у меня стерео было. Так как у меня один динамик, это моно называется. Вот, я поставил в самой игре в звук, ну, настройку нашел. В звуке поставил моно, и у меня звук нормально стал. Ну, конечно, не прям идеально, но получше, чем было. Уже нет таких заиканий прям жестких, так что я могу это видео со звуком. Вы слышите, да, как машина едет? Ну, вроде должны слышать. Вот, системный звук я не записываю, потому что я не знаю, как он будет себя вести. Вот, записываю так, с микрофона. Так что, если звук будет не такой крутой, как обычно у меня видео, то извиняйте, реально. Блин, 20 FPS, 21. Ну, это при записи. Вот без записи у меня было, ну, FPS 25, там, 30. Ну, ладно, в принципе, так норм играется. Главное не врезаться сейчас.
Так, опсу, так, опс. Опс, нифига тебя занесло, братанчик. Давай, нетрушку. Так, какое место уже? Четвертое? Вы что, издеваетесь? Я тут обгонял всех, значит. На перерез поехал, а вы тут все такие быстрые стали, да? Ну, 24 FPS. Ну, тут настройка прям реально требует. Требует подхода к ней. Тут не так тяп-ляп, да и все. Я тут где-то минут 15-20 сидел, настраивал. Вот, и, в принципе, доволен тем, что вижу. Так, давайте вот так сейчас разгонимся, вот так, чтобы полететь прям по красоте. Ебой! А-ха-ха, фары сквозь текстуру прошли, нормально. Видели, да? Через плакатик, через билборд этот. Нормально. Слушай, зачетное третье место, да? Ух ты, надо сохранить позиции. Сохраняем позиции, пацаны. Ускорение. Во, нормально. Ну тут, смотрите, всего лишь 4 главные, ну почти, да, 3. 3-4 главные кнопки. Это R, газ. Потом B, это у нас нетрушка. Блин, я третье место, но все равно. Вот, потом L, это у нас вот это, назад. И вот этот, кнопки это, короче, перекрестие вот это. Это у нас управление вправо-влево, там вот это, поняли, да? Так, ну ладно, выйдем отсюда. Что тут еще делать? Там нечего тут делать, там, в принципе. Что тут у нас есть? Custom Race. Давайте создадим свою гонку, посмотрим, что там у нас. Эй. Спирит. Так, это спирит. А, спринт. Сорян, пацаны, спирит просто вообще нормально. Так. Speed Trap. А, это надо на некоторых участках разогнаться до определенной скорости. Я это помню. Это... Надо ликвидировать, по-моему, полицейские машины. Здесь на ручном управлении ездить. Здесь только один круг, а здесь несколько кругов. Ну, давайте один круг выберем. Я не хочу прям кататься тут. А ну, что есть? А, у меня тут еще и закрыто все. Ну, ладно. Трафик левел пусть будет... Moderate. Оппонент 3, difficult, ну пусть так будет. О, машину давайте выберем. Топ спид, acceleration, херня. Так, вот это норм машина, я вижу. Нет, это хрень. О, вот это топовая, я помню, на этой машине затащил финального босса. Как он, Razer там, по-моему, называется. А можно ее как бы Z, что с Z, а где Z здесь, собственно? Подожди. А, вот Z, капец, я не увидел. А можно ее как бы, подожди. Кастомизировать. Эй. Авто пусть будет. Блин, а чё кастомизации нет? Или я не знаю, что нажимать? Ну ладно, мы это узнаем. Мы это должны узнать полюбасу. Потому что кастомизация Need for Speed это одна из самых крутых вещей. Так. Let's go, парни. Let's go. Полетели. Так, это сейчас и копы тут будут, и все вот эти мусора, да? Я понял. А, ну ладно, срез проебал, ну все равно. Ну все равно. Смотри, ну мне машина нравится. Блин, игра так нормально идет, 26 FPS. Мне нравится просто. Опа, ускорение. А что, нетрухи? А, нетрухи же здесь нету, все, так что можно на бине нажимать. Ну окей. Блин, тут тоже срез был, да? Ну ладно. Или он закрытый был. Ух ты, машина прям реально прям без нитро едет. Круто. Главное не врезаться сейчас никуда. Так, смотри, я без нитро оторвался, блин, на 2.31 минуту. То есть на 2 секунды, не минуты, извините. Перепутал. Так, ну мне нравится машинка прям вообще. В управлении класс, и в скорости класс, и везде класс. Так, блядь. Вот надо тебе было, чё повороты не срабатывают, мать его. Почему? Давай. Блин, жалко, нет нетрух сейчас ускорения. Давай, красавица, разгоняйся, давай. Одна ошибка ничего не решает. Давай. Давай, батя гонок просто вообще рвет.
Я вообще многие гонки прошел. Я до шутеров играл вообще только в гонки. То есть я вообще в гонках, ну, знаю толк. Так что, пацаны, обращайтесь. Так, а я не понял, а где-то... А, они все отстали, ну, нормально. Так, главное сейчас вот это L использовать, вот это. И поворотик вот так. Во, нормально. Аккуратненько вот так, на права сдаем. Фу, нормально. Фу, а что такой круг далекий? Прям далекий, длинный. Прям не пойму, ой-ой-ой. Чуть не врезался, блин. Слушай, нормально. Вот это завороты, я помню эту трассу, блин. Особенно на быстрых машинах тут вообще было сложно. Они врезались, блин, каждый вот этот поворот, блин, говняный. Так, они догоняют, блин. Слушай, а они-то догоняют, а? Сейчас вот так срез сделаем небольшой. Так, опс. Когда там финиш, хочу уже первым приехать. Я надеюсь, что я первый приеду. Я аккуратно еду, так все. Так, тут может быть занос сейчас, да? Небольшой. Нет, тут заноса не было. Эта машина топ. Ну все, первое место обеспечено, да? Все круто. Все, топ-1. Нормально, давайте меня фоткайте. Шбэнк. Так. А, нажимаем А. А, Б, Б. Так, ну ладно, это мы прошли. Что тут еще есть? Сплит-скрин. А ну, давайте просто проверим, что это такое. Сплит-скрин мод. Не, хотя, ладно, не хочу я это проверять. Квик-плей. Ну, давайте еще сгоняем. Что тут можно погонять? А что это такое? Челленджи. Мемори-карт, что-то там. Не, я не хочу новую создавать. А в что поиграть-то можно? Ладно, давайте, а можно погоню устроить? Так, это что такое? Это погоня или что это такое? Блин, ну пацаны, я просто не помню, что это такое. Трафик левел пусть будет максимум. Сейчас, чтобы жопа рвалась у нас. А что такое C вот это? Я не знаю. Давайте опять мою любимую вот эту машинку. Не, хотя давайте вот эту посмотрим, что она как. Авто давай. Хотя у нее сейчас управление будет галимое. Ну, блин, у нее скорость хорошая. Скорость хорошая, управление галимое. Ускорение среднее. В принципе, такое что-то. Из какашки конфетка. Так, мы погнали. Сейчас она как раз гонится, пацаны. Так вам будет вообще весело. Так, сейчас и копы тут подъедут, и все тут вообще. Ух ты, нихера. Ух ты, нифига. Чё тормозим, алло? Тут можно на полной скорости вообще гасать. Вот так. Пошел нахуй. Все, пошли нафиг. Кто меня обогнал? Что это за крыса? Что это за гамнюк? Где копы? Я на максимум выставил. Где копы, блин? Когда копы будут? Ну хотя, сколько кругов? 3 круга, да? Ну, в принципе, где-то на втором кругу будут копы. Блин, я врезался, ну похрен. Это у нас Chevrolet. А что сделать, чтобы мне назад посмотреть? А, Z это типа респаун, да? Окей. А что такое Y? А что такое X? А как посмотреть назад, типа... Если я хочу назад посмотреть, кто едет за мной. Потому что в ПК-версии можно и назад смотреть, здесь нельзя. Гомно, дело гомно. С вообще ничего не делает. Вот это тоже не делает. Так, на обгон идем так. Оп. Я хочу, чтобы копы появились, чтобы было вообще весело. Чтобы тут прям горячо так было. Чтобы было от кого погоняться. А сколько у меня скорость? А, 117. Нифига. Неплохо, смотрите, скорость прям не нравится, слушай. Она разогналась, что пипец. Ого. Мне кажется, что я сейчас врежусь куда-то и все. Знаешь, если бы это был флэт-аут, то тут все бы сдохли.
Кстати, как установить FlatOut на Android, я тоже покажу в скором времени. Уже многие, вот кто смотрел мои стримы и видосы, они видели, что я FlatOut на мобиле играю. Вот, а кто не видел, для того расскажу, покажу все. Все-таки сезон 2 эмуляция для этого и создана. Блин, она реально жжет. Прям. Вот сейчас скоро копы будут. Тут, мне кажется, скоро-скоро будет. Блин, эта скорость мне нравится. А сколько максимума она может? А ну, давайте сейчас разгонимся и увидим. Так, а, на 6 секунд аж они отстали. Ну, окей. Сейчас будет какая-то ровная дорога. Я посмотрю, насколько она может разогнаться, эта машина. Давай, давай, давай. Такси, иди нафиг. Пошел, мудак. Так, давай, разгон бери. Сейчас увидим. Так, 100. 108. Да иди ж ты в жопу, блин. Я разгон беру. А, ты откуда, сучка, взялась? Блин, что-то машин тут много. Ментов нет, а машин много. Так, сейчас вот это еще паровоз едет, этот гребаный. Бля. А, я понял, что это за режим. Это, короче, кто последний, тот и выбывает из игры. Все, я понял. Ну, типа, вообще безжалостный режим такой. А что там мне за говно прилетело, уведомление какое-то? Не понял. Паровоз едет, видели? Паровоз вообще. Так, а что то за КПП там? Пропускной пункт какой-то. Ну, короче, 110-112, пока я вижу скорость. Так, блин, таксисты. Пацаны, вот плюсаните, кому этот паровоз тоже мешал ездить. Он, блин, реально всем мешает. Там есть еще паровозы вообще, локомотивы, блин, с дровами ездят. Это вообще... Блин, кстати, интересно проверить, здесь есть, ну... Есть открытый мир, как в ПК-версии. Блин, если тут реально в карьере есть открытый мир, то это вообще топчанская игра для телефонов. Потому что открытый мир на гонках вы вообще нигде не найдете. Не, хотя можете найти, но вот в мире НФС вы не найдете. Вот он, блин, локомотив поехал, блин, с дровами. Если в него врезаться, то сдохнуть. О, я первый. Неплохо, слушай. Давайте еще какую-то гоночку проедем, посмотрим, что да как, да, и закончим, наверное. Давай рандомную какую-то возьмем. О, кобальт. 20 миль, да? А, опять вот это убывание, да? Ну окей. Я надеюсь, здесь есть нетруха. То без нетрухи как-то скучно. Блин, я видели, я выставил, чтобы копы были на максимум. И копов почему-то не было. Что за хрень? Копы вообще там в отпуске, да? У них карантин, да? Типа того, я понял. Блин, а тут машина уже посильнее, сути. Блин, мне интересно, что будет, если здесь катать на машинах таких быстрых, как Бехалта или Порше, там вот то все такое говно. Блин, как вы меня обгоняете, о, блядь. У меня же машина топ. Все, сосать. Так, это сложная трасса, да, сейчас какая-то? А, это вот это поворот, это мосты вот эти гребаные, все такое. Пипец! Пошли в жопу, хули у вас тут ДТПшки, алло. Я же говорю, менты вообще на карантине где-то лазят там, вообще пьяные. Пьяницы, блин, пьянущие. Блин, жалко здесь за этого... За копа поиграть нельзя. Вот в Need for Speed Carbon, если я не ошибаюсь, там можно было за полицейскую машину погонять. Там, типа, когда ты проходишь карьеру, то тебе открывается вообще мультимод, и ты можешь там за разные машины гонять. Вот это было бы интересно в натуре. Жалко, что здесь такого не придумали. Ну ладно, кстати, я посмотрю, можно ли Carbon установить на этот эмулятор. Если можно, то и в него поиграем, конечно. Блин, управление говно в этой машине. Так, ну походу я сдохну. Я сдохну, наверное, самый первый, да? Ну, бля, о, бля. Так, кто там на обгон идет? Пошел нафиг. Сейчас у меня нитро образуется. Сейчас у меня нитро родится. Я буду очень быстрый.
Буду как флэ... Оу, заворот ебаный, я ненавижу его. Ребаный заворот, а. Там еще срез был, ну ладно. Блин, графика, конечно, вроде норм, а вроде ни хрена не норм. Так, 21 FPS в игре. Неплохо. Кстати, Black Ops там идет на 12. Хотя я посмотрел, там в настройках можно сделать и не 12 FPS, а выше. Я просто вступил, и некоторые настройки даже я вообще не посмотрел. А там для каждой игры можно свои настройки, прикол, типа, можно для эмулятора поставить настройки, еще и для игры отдельно, то есть это еще плюс. Реально, вот, топовый эмулятор, я вам отвечаю. Так, главное сейчас не сдохнуть первым, а то как-то неинтересно будет. О, вот эти еще шлагбауны. Да, помню, помню. Не, хотя если у тебя очень быстрая машина, то тебе вообще пофиг. То есть ты можешь эти шлагбауны сбить, твоя машина сильно не утратит скорость. Вот если ты будешь на вот таком говне картофельном ездить, вот это, которое 20 км в час, то, конечно, там скорость будет хуже. Ой, завороты, ни хрена. Ой, блядь, я вспомнил. Это ж вот эти частные дома, вот это чешоно. Хрен пойми. Хрен пойми, что это такое. Длинный круг какой-то. Братан, вот это тут заворотики вообще норм. Опа, вот это скинул на вас. Принимайте котлетки, пацаны. Принимайте. Так, а ща куда ехать? Вперед. Знаете, вот я тупо смотрю на карту. Опа, ничего себе. А, я помню эту локацию. Прикольно. Тут можно вообще без всяких вот проблем ехать. Вот это колесо обозрения и так далее. А сколько тут кругов? Какой-то вообще длинный круг. Lap time. 3 минуты. Нихуя. Так, тихо, тихо, тихо. Не, на ПК, конечно, лучше играется. Но все равно. Блин, машина жжет. Это Шевроле, да? Шевроле какая-то там. Я забыл, в общем, что это за Шевроле, но она мне нравится. Неплохо. О, полетел, блин. Ого. Кстати, некоторые машины от таких полетов потом заносит, и это вообще жопа. Потом скорость теряется тупо и все. Ну ладно, едем давайте. Едем, едем, едем. Я надеюсь, со звуком все норм. Ну вроде звук норм, да, реально. Во-во-во-во-во-во-во, вот так, во-во-во, развон. Смотри, нормуль, мне нравится. Так. Да, развон бери. Что там, паровозов нету? А, это сейчас вот это будет гомняный поворот, да? Это он, да, будет сейчас? Да, это он был. Но я с ним справился, нормально. А-то там мы едем. Пошел нахуй. Блин, тут еще срез был, ну пофиг. Блин, какая меня мудила догоняет? Не понял. Не понял, мудачье. Блин, ну у меня эта игра на телефоне лучше идет, чем на ПК. У меня на ПК вообще там хрень. У меня даже NFS будет лагать. И то. Я отвечаю. Так, вот сейчас главное, блин, вот это немного сбавить скорость, а то как-то вообще жестко. Блин, какая-то трасса сложная очень. Блять, поворот. Все, обогнал меня, мудак.
Блин, у меня пальцы болят, я тут в 4 в миллион пальцев играю просто, чтобы все кнопки нажимать вот эти. Тут реально, тут в 4 пальца минимум играть надо в эту игру. Чтоб нормально игралось при том. Чё, котлетки понравились вам? С прошлого круга. Просто едем, да и все. Так, надеюсь, эта мудачила сейчас отстанет от меня. Так, сбавил скорость вообще по-лоховски. Ну ладно, я этот круг просрал, все, значит. Я слышу, как это мудачье сзади газует. Ну реально. Дай мне выиграть хоть раз. Пусть в это такси врежется. Не я, он. А ему вообще пох. Давай, полетел. Во, красавчик. Смотри, какая черепушка у меня там нарисована. Чё, не может обогнать, что ли, или чё? Я как вспомню таксистов из GTA San Andreas, так там они вообще агрессивные. Да не то, что здесь вот это. Фу, чуть не врезался. Блин. Слушай, а когда у меня нетруха, блядь, появится уже нормально? У меня нитра нет. Ой. Так, разгон. О, нитро. Это сейчас поворот там вот тут будет даунский. Неплохо. Чё, он там сдох на повороте? Так, вот это срез сейчас юзаем. Охереть, нахуя это? Что это было? Для чего этот фокус был? Блин, вот это еще не срабатывает поворот эти гамняны. Блин, а он догоняет, сука, меня, понимаешь? Догоняет. Че ты не работаешь, блядь, поворот, гамняный поворот. Багнал, молодец, блядь. Да сука, иди соси, блядь. Блядь, ну все, это понятненько. Я тут слился, блядь. Бля, ну ты лох в натуре. Сейчас 360 такое надо было при финише сделать. Такой, знаешь, как вот в асфальт 9. Такой, опа! 360, двойной тап. А, реально, гонка была какая-то длинная. Ой. Блин, аж пальцы болят.
Ладно, на этом закончим. Если хотите, чтобы я еще снимал данную игру, то пишите, ставьте лайки, подписывайтесь также на канал. Будет также много разных портов, как Black Ops, вот это Need for Speed. Также будут еще такие же крутые порты. У нас есть ссылочки в описании. Там есть ВК, паблик, ВК, Инстаграм, сервер, Дискорд, где мы обычно общаемся. Заходите туда, буду очень благодарен. Вот, ну все, всем желаю всего лучшего. Всем пока, пока. We could be taking control, yeah.